Но перед началом этого ролика, дорогой друг, ленись, поставь большой пальчик вверх под этим видео, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Все ссылки в описании. Жду вас там. Шаг первый. Нам нужно дождаться третьего дня лета. Объясняю, как все устроено. Смотри. Вверху справа у нас есть вот такая календарик. Здесь написано третья цифра вверху. Три – это день. И вот этот, я не знаю, значок какого-то яхты – это символ лета. Значит, это третий день лета. Дальше, время, не после этого, читаем почту. Так, здесь не то. Не то. Не то, даже что, издеваетесь так много. Вот, нам нужно за подписью Левиса, нам нужно найти счастливые пурпурные шортики. Понимаем квест. Теперь самое интересное, вам нужно приготовить... Вам нужно сходить и проверить Марни. У вас должно быть две сердечка дружбы. Если у вас этого нет, обязательно заглядите на geroncraft.ru. И там есть ссылка будет в описании под видео, как правильно вводить дружбу. Если в двух словах, вам нужно повысить дружбу до двух единиц. Я вкратце могу показать, как это делать. Смотри. Обзаводимся, в среднем у нас обычный подарок приносит 80 единиц дружбы. Нам нужно 500 единиц дружбы для двух сердечек. То есть получается, нам нужно подарить 7 подарков из разряда высококлассных и высококачественных. Теперь смотри, как система работает. Вы берете подарок. У меня уже подарок есть, придется на каком-то другом NPC показывать. Находите NPC, говорите с ним за жизнь. Берете в руки вещь, которую собираетесь дарить. Где он тут? Нет. Я собираюсь сделать вот так. Так, я нашел у тебя жертву, которая сейчас будет моим другом. Отдаем им друг подарок. Правой кнопкой мышки клацаем, когда мы держим вещи и получаем бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Окей, мы, естественно, друзьями не стали, потому что, чтобы даже на одно сердечко, нам нужно 4 подарка, получается, в среднем. Получается. Теперь самое главное. Также не забывайте дарить людям на день рождения подарки, чтобы они были довольны. Теперь от нашей фермы бежим все время вниз. Я не знаю, что делать с этой погодой, потому что она что-то как-то не бушует и никак утихомириться не может. Давай, 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 давай. Бежим вниз. Сюда, 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 сюда. И здесь встречаем вот эту штуку. Теперь вниз, направо. Мы встречаем вот этот дом Марни. Вот он, выглядит он так вот, находится здесь. Здесь мы покупаем поросят. Здесь самое интересное. После того, как вы прокачали с Марни на 2 единицы, вы сможете зайти в ее спальню. Заходим в ее спальню и забираем эти пурпурные штаники. Та-т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 а. Так, Левиса я вижу, Левис, Левиса. Подожди, привет, Левис. Ну, как вы понимаете, он постоянно тусуется с Марни не просто так. И труселя у него в спальне тоже не просто так. Мы за просмотр, за подписку, лайки. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, если здесь впервые. У нас одна сердечко, и вы зарабатываете одно сердечко крепкой мужской дружбы с Левисом. Если вы понимаете, о чем я. Также напомню, это в магазине аккаунт ключейgeronshop.ru. Вы можете купить дешевые стадию воли, тираю сотни стимовских игр дешевле, чем в стиме. Также там отличные способы обойти санкции. Пополнить счет в стиме. Купить игру, которую напрямую Steam запрещает покупать, можно купить у нас, активировать, играть как обычно. Ну и так далее. Способов и вариантов масса, на любой вкус и цвет. Также все отзывы только настоящих покупателей, так уж система устроена. Возможность оплачивать чем угодно, побольше способов оплаты, чем в любом Steam. Ну и так далее. Да и в целом это входит в основном дешевле. Есть хитрый лайфхак. Если собирать, как его называется, покупать дешевые инди-игры, если вы хотите много инди-игр и пополнение вашей коллекции, просто покупайте рандомные ключи. И будет вам счастье. Такие дела?